Грибная грядка, 12 ноября. 12 ноября. Вот такая грядка под малиной. Для семейного пользования это ну, намного больше, чем слишком. То есть столько для еды, столько не надо. Вот такое у нас. Это виноградник. Вот, а это торец грибного цеха. Так, что там внутри? Видно. Такое там творится действие, оно так, тут пиломатериалы. Так, свет, 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 свет. Вечно строй. Так, наш вечно строй. Новый подгон стройматериала. Интересно, девки пляшут. Да, хорошее решение, конструктивное. Да, классно. Халтурка надработана. Хотя, в принципе, так даже и лучше. Чтоб просто сходила вода хорошо. И чтоб не было скользко. Вот так. И классно. Так, тут, конечно, у нас тоже красоты. Так, что у нас тут дальше? Вот так. Что? Где она? Дохла.
Ну, от так і буде. Ти притом недавно замерзла, певно. Так, ладно. Організуємо похорон. Да, котенок, блін, не вирости. Не повезло тобі. Знаєш? Жалко, що. Я думав, буде тут сторож нам, сторож кинув копита.